Здорово, друзья! Рад видеть вас у себя на канале, и наконец-то я дождался весенний марафон. То есть событие, которое я очень долго ждал, по той причине, что мне нужен 15-й UT-шек, и наконец-то я благодаря ему смогу его сделать. А соответственно и каждый, кто хочет сделать себе UT-шек, банши или меч, может себе это сделать. Вот он, весенний марафон, поехали! Закупился я уже немножко платины, 2465 у меня есть. Для начала мне этого хватит, вроде более-менее, я надеюсь. Также начался новый модификатор, как и на любое другое событие, то есть будут какие-то бусты, каждый день все будет разное, прикольно, интересно, но нас конкретно интересует не это, а весенний марафон, то есть нам надо покрутить наградки, собрать коллекции и посмотреть на шансы, которые здесь имеются. Перед началом всем желаю приятного аппетита, кто кушает. Маленькая пауза, и будем начинать. До сих пор донатишь через игру? Фатальная ошибка. Я расскажу тебе, как донатить максимально выгодно. Существует сайт MarketMyGamesShop125. Это официальный сайт разработчиков, где ты можешь с выгодой в 10% купить себе что-то на аккаунт и тем самым сэкономить. Поехали, что здесь имеется? Здесь имеется абсолютно все, что нужно. Здесь есть пропуски, пропуск таверны, обычный пропуск, платина и кристаллы. Платина — это такая же валюта, как и кристаллы, просто созданная для удобства. Есть паки по кристаллам, и как видите, здесь разница в 10% за ту же сумму, чем в игре. Поэтому этот сайт намного выгоднее. Давайте что-нибудь купим, я объясню, как вам купить так, чтобы у вас пришло на аккаунт. Вот, 4500 рублей, у нас 2500 кристаллов плюс 250. Создаю аккаунт, у меня это на iOS. Ввожу свой ID 239-880-33. Принимаю все галочки, продолжить. Нажимаем, ввести кодовое слово. Мое кодовое слово Оле. Если хотите поддержать, то можете обязательно вводить. Тогда ваше сообщение высветится на стриме. Будет видно, что вы купили, можете написать какие-нибудь слова поддержки. Например, вот типа что-то такого. Можете написать, и оно обязательно покажется. Дальше, континуя, продолжаем. Вылетают способы оплаты. Вот здесь можно выбрать абсолютно любой способ оплаты. Здесь есть СБП, прочее, Сбер, Юмани какой-то. Ну, я до сих пор не понимаю, что это за Юмани. Я, допустим, оплачиваю карту, у меня все без проблем. Выбираете, вводите карту, там то все, и все. Нажимаете оплатить, после чего оно приходит вам на аккаунт, проверяете. И, в принципе, наслаждайтесь. Если поддержать хотите, пожалуйста, покупайте и будьте победителем. Так, погнали посмотрим магазин, что у нас имеется в магазине. Имеется цветочный пропуск, который нам, естественно, сразу надо купить. Стоит он 70 платины. За него мы получаем легенькую коллекцию. Какая-то прикольная анимация. И что здесь есть? Легендарный сундук, который стоит 2000 монеток по стандарту. 3 пешки на выбор, как и обещали. Кристаллы, пыль и опять... Опять 350 золота. Опять 350 золота за 50 очков. Когда это закончится? Также имеется набор карточек, которые тоже надо будет покупать, чтобы закрыть весь пропуск. Пропуски у нас имеются. Луковицы — это для вращения карусели. В принципе, все понятно. Эссенция, ядра, эмодзи, которые даже навсегда. Вот это да. Что еще? Еще какая-то аватарка, монетки. В принципе, я как вижу, ничего нового. То есть обычное событие. Обычное событие с обычными наградами. И здесь нам дают сундук. И по окончанию мы сможем накопить еще на один сундук. В принципе, логично. Вот они, наши коллекции. Три коллекции. Обычная, редкая и легендарная. Закрываете, получаете очки. За очки закрывается... В принципе, пропуск. Это задания ежедневные, которые будут меняться, за которые будете получать прокруты. Здесь тоже все будет, в принципе, закрываться. Но вот то, что нам надо. Закупиться чуть-чуть кристаллами. Есть у меня 2000 платины. 2500 платины, которые я купил. И поэтому я прямо сейчас пойду это все дело покупать. Так, сюда. 5500. То есть, закупаемся. Так. И сейчас мы все это дело будем тратить. Поехали. Немножко заберем этих луковиц. И оставлю еще платины на пропуск. Так, вроде бы все. Сколько луковиц у нас есть? Покажет, нет? И поехали смотреть по шансам. Гайка, капитан... Какая-то хренотень. Главное еще нафармить отсюда золото. Если мы выбьем нормальное количество золота, тоже будет нормально. Плюс эссенция на карманное, потому что карманное нам надо. Тут опять какие-то помои. Вопрос, стоп, а как посмотреть, есть ли гарант? Ой, не гарант.
возможные награды. А, да, есть, 0,2%. 0,2% на Негрант. Я буду очень внимательно за этим следить, потому что я знаю, что некоторым ребятам прошлое событие падало очень и очень много Негрантов, а мне буквально один. Нет. Нет, ну эссенция, спасибо. Спасибо 50 эссенции за... Сколько? Вот, еще 50. Все, нормальная тема. Так, это что? И по идее сейчас у нас будет гарант. По идее... Да. Да, сейчас будет гарант. Вот наш сундук, гарантированный. И погнали забирать утилей. Потому что мне надо утильщики, мне надо их прокачать. И прямо сейчас я могу уже сделать 13-го, потому что у меня есть книга. Но мне этого мало. Я же закинул достаточное количество. Мне надо посмотреть на шансы не гаранта. Стоп. А, все, мне уже... Но как будто был выпал сундук. Очень хотелось бы его увидеть. Кристаллов я пока не знаю, сколько у меня. Ой, точнее, цветков. Что-то не пока... А, все, 385. 385, ну не так много на самом деле. Так, это еще один гарант, насколько я понимаю. Я забираю еще одного утиля, пока не до банши. Пока 15 утиля я не сделаю, ни о какой банше речи не идет. Здесь также потихоньку забирается эссенция. Да, но эссенции в принципе неплохо. Чем-то напоминает прошлое событие по негарантам. Всегда летит рядом к сундуку и никогда не хочет доходить. Игра меня не любит. Все крутят по 5, по 6 негарантов. Собирают там по 20 пешек. Также я, который забираю чисто свои гаранты. Мне вообще надо 7 утилей. Так, это гарант, правильно? Еще один, отлично. Надо посмотреть по количеству. Задание. На нахрен. Легенькая коллекция закрылась. Ух ты, таверна уже 49 тысяч. Точнее 50. Это очень много. Так, это я сделаю себе 12-го. К 13-го книгой. Еще 4 утильщика, я правильно понимаю? Еще 4 утильщика. Так вообще немного. Понты остались. Погнали. Если игра великолепная даст нам сейчас негранд, то все будет отлично. Вы его видите? Я его пока не вижу. 235 луковиц. Пожалуйста. Пожалуйста. Эх ты. Те, кто думают, что я кручу быстро и мне из-за этого не падает, я не люблю крутить это медленно. Я всегда вот даю буквально одну открыть, после чего сразу открываю. О, кстати, пыль. Ну и сейчас будет гарант. Сейчас будет однозначно гарант. Да. Ну, могло засунуть, конечно, второй. Сюда иди, братишка. Пожалуйста, игра, пожалуйста, дай мне сэкономить сюда. Вот он. Вот он, нахрен. Да есть же. Да есть же. Вот он, не гарант, он есть, он может выпасть. Эй, сюда, 10 кристаллов поймал. Надо зайти в обменник срочно, обменять ненужные леги, прокачать утиля, чтобы понимать, сколько нам чего осталось, чтобы его прокачать. Где есть лаборатория? Погнали, у нас есть ненужный ловчий. У нас есть один ненужный корсар. Имеются часики. Две штуки. Плюс, скорее всего, расхреначу я вот этого метеора. И одного вот так, чтобы хватило на утильщика. Подкачиваем его. Дальше. А, еще два. Да, еще два. Еще два утиля. Их я могу забрать, в принципе, отсюда или отсюда.
Хотя это без разницы, по сути. У нас сейчас 155, это точно два гаранта. Это точно два гаранта. В итоге я за с 11-го утиля с книгой за 2000 платины, за 2000 платины сделал себе 15-го утиля. И не только, потому что я еще закрою пропуск, у меня осталась платина. Я закрою пропуск себе. Так, вот он, первый. И заберу несколько банш. Потому что банша мне также очень сильно нужна. Так, стоп, а хватит ли мне луковиц? Подожди. Или потом придется чуть-чуть еще вертеть. Так, а дай бесплатных, пожалуйста. 25, немножко ж не хватит. Очень мало что-то бесплатных дает. Еще один не гарант. Еще один. И мы забираем последнего утиля. Или не последнего. Нет, последнего. Последний, ребята. Смотрите. Я забрал 15-го утиля. Я еще заберу отсюда одну баншу. У меня еще есть 400 платины. Таверна. Я собираю книгу свою. Если бы я вспомнил, как эта книга собирается. Вот она. Книга тайн. На базу. Утильщик. Сюда его. Берем талантик. Поделиться. Вознести. Я вчера накопил золото, я старался. Перед событием я копил золото в копе. И вот. Все. 13-й и до 15-го нам всего хватает. Не считая легендарок, которые надо будет обменять. 18 кристаллов. Где взять сейчас? Я не понимаю. Возможно, я покручу архимагов. Но на 400 платины я не знаю, как это сделать. Забрать таверну. Отсюда должно еще пару лек упасть. Я надеюсь. Снежинка у меня максимальная. Вот русалка. Это хорошо. Клоуны, часики. Амулет роста. 1600. Ни хрена себе пыли. Аватарочки. Легчайшее задание мы тоже забираем. И еще две леги. Сможем открыть ловчий на обмен пойдет. И меч тоже пойдет на обмен. Так. Дальше. Заходим в магазин и покупаем на оставшуюся платину тоже кристаллы. Это важно. Сейчас покажу, как закрывать пропуск, ребята. Так, у меня есть 395. Еще 95. Все. 1851 кристалл у нас есть. Переходим в раздел с карточками. И начинаем закупать. Самый, получается, дорогой набор. Вот за 99 кристаллов. Потому что оттуда падает все, что нам надо. То есть примерно 18 наборов мы можем купить. Закупайте сразу. Вот примерно 2000 кристаллов уйдет у вас. Сейчас я быстренько докуплю и покажу, что от этого закрывается. Так, сколько там? 465. Так, очки таверны, это тоже хорошо. Таверну надо будет подбить. И вот, все, подслил я все. Теперь мы заходим в коллекции. У нас собралось несколько коллекций. Дорогих, недорогих. Но в любом случае мы это все сейчас забираем. И залутаем награды также в пропуске. Обмениваем. Обмениваем. И почти половину пропуска мы уже закрыли. Откуда еще заберем две леги? Давай, быстрее. Вот. Сколько мы закрыли? 5850. Ну ладно, почти половину. Почти половину. Вопрос, на что мне сейчас нужны ядра? Банши это темная, на темной у меня есть. Доберу немножко на техногенку. Отсюда мы лутаем еще кучу всего. Ядра, 9 таких штучек, 200 эссенции. И фрагменты. Еще будет крутка? Нет, еще 10 останется. Вот мои 10. Вот я выполнил задание за коллекции. И все. И я делаю вот так. И последний проворот. Вот он.
Вот он. Я забираю спокойно уже отсюда банши, потому что ничего другого мне не надо. Все, я справился максимально качественно и комфортно. И дешево. Прошлое событие, если я не ошибаюсь, они были намного дороже. Здесь же получилось все, ну, максимально сдержанно, цивильно. И за 2500 платины получилось все это дело подкачать, плюс бести. Но есть момент. Может быть, мне все-таки решит выпасть карманная сейчас. Так, ладно, подытожили нахрен. Оно мне не выпадет. Так, 19-е бести. Ну и, в принципе, на куртку, может, хватит. Да, почти на 18 уровень куртки я собрал. Что-то подразобью, подкачаю. И, в принципе, открытием я максимально доволен. Надо будет сейчас единственное обдумать, как прокачать утиля. Может быть, я пооткрываю еще что-нибудь и поразбиваю баншню. Хотя разбивать ее не особо сильно хочется. Как-то так, друзья. Надеюсь, все, кто не знал, как что делать, сейчас поймут. Потому что я первое событие не понимал, что делать с коллекциями. И прокачает себе утильщика, потому что если вы хотите играть в данном обновлении в эту игру, то, к сожалению, надо иметь утильщика и утильщика повыше. С тремя талантами уже приятно, сделаю с 15-м талантом, будет прям имба. Всем огромное спасибо за просмотр, подпишитесь, поставьте лайкосик. Всем, кто использует код автора, также огромное спасибо, друзья. И увидимся в следующих видео, пока! Could be a Romeo, tell them boys back up. I ain't going nowhere. I'ma fight it back up. Put it on your story so all your friends see it. Everyone can see it. Yeah, and we go.